Всем привет! Хочу вам показать... Так, у меня много чего, я уже сняла видео, а теперь хочу снять подводку. Я была в Визаже, купила себе кисти для макияжа и получила подарок. Вот покажу вам в этом видео то, что я получила, и чуть формат будет другой. И еще заказала себе кое-что прямо сейчас, и хочу показать вам именно это. Смотрите, это вот такой... Шикарный, иначе не скажешь, набор от Сульвасу. Это корейский люкс. И, наверное, вы слышали о нем. Я хочу еще купить пару брендов именно из люкса, конечно. Я уже показывала от Сульваса, что это было гидрофильное масло, которое мне не понравилось абсолютно. Но вот здесь то, что находится, надеюсь, понравится. Смотрите, открываем. И что нас ждет внутри? Такое роскошество. Итак, первое, это сыворотка. Такая маленькая, мне хватит этого надолго. Эта сыворотка подходит всем типам кожи, подходит под любой ваш уход. Можно, то есть, миксовать обычно, если сыворотка одной марки, желательно, чтобы и крем был этой же марки. А вот эту сыворотку можно совмещать с любым своим уходом. Почему я так рада, что она здесь в этом наборе? Это потому, что у меня купероз здесь вот на крыльях носа, и я всегда ищу какие-то средства против купероза. Ну, не то чтобы против, но это средство снимает покраснение, то есть улучшает кожу, текстуру кожи и... делает ее более плотной. Я надеюсь, что мне она поможет именно вот так. Нанесла только один раз, она такого коричневого цвета, жженый сахар, примерно вот такого. И лицо сияет после нее. Больше сказать ничего не могу, потому что только получила. Второе, это маска. Вот эта маска, кстати, не так уж ее мало. Пахнет травами, очень хорошо пахнет, натурально. Очищающая маска против черных точек. Ну, что делать? Мне главное, чтобы поры были чистыми. Вот очищающие маски, наверное, они для этого. Ну, я еще не пробовала, расскажу потом. Мне очень понравилась упаковочка, красивая, хоть это... не полный размер, но вот вид такой у нее красивый, как будто это полноразмерный продукт. Я думаю, что, скорее всего, он даже, наверное, примерно такой есть, но не буду утверждать. Но смотрится очень хорошо. Кстати, маску эту я никак не могла вытащить. То есть достаточно сложно. И здесь и так, я как мартышка, очки и с этой стороны, и с этой пыталась подеть. В общем, никак не смогла. Вытащила все это, вот этот вот пластик, так вот. И оказалось, что внутри, кстати, я даже этого не знала, и продавец об этом не говорил. Там пафы, вот. У меня был такой набор от Клэ Депо, и там тоже были пафы внутри, но для меня это был сюрприз, знаете, как подарок, приз плюс еще к этому набору. Очень приятно, оказывается, внутри пафы. Если бы я смогла бы вот без проблем вытащить эту маску, я бы скорее даже и не знала, что там пафы, и выбросила бы просто эту упаковку. Но так очень хорошо, что получилось. Ну и подходим к основному. Это кушон, полноразмерный кушон от Сульвасу, прекрасный, просто настолько он красив. Сейчас мы будем с вами его рассматривать. Во-первых, вот такая упаковка достаточно простенькая, но она видно, что люксовая, потому что гладенькая, такая приятная. Это оттенок номер 23, самый ходовой оттенок, как сказали. Я, честно говоря, ничего не знаю, не изучала эту марку. Потом внутри, мало того, что кушон, так еще и запаска к нему. Это очень радует. Затем рассмотрим сам кушон. Легкий, красивый. Посмотрите, какой он. Вот это оформление внутри. Эти рисунки как цветочки. И они как-то прозрачные. Знаете, напоминают то, что мы в детстве делали, секретики. Вот что-то такое там. Как калейдоскоп, может быть. Ну, там не переливается, но просто вот это ощущение такое. Трехмерное изображение как будто, или двухмерное здесь. Потом тут идет матовый по краям. Но он очень красивый, такой гладенький. Вот как, какой должен быть люкс. Но при этом легкий, но не противно легкий. И здесь оформление золота с бежевым, ну, очень достойное. Открываем, а там еще красивее, чем снаружи. Посмотрите, как написано красиво Сульвас. Вот коричневый цвет, а сверху... бежевым написано, ну, мне очень нравится сама губка коричневого, кофейного, скорее скажу, цвета. Тоже мне она понравилась, еще даже, видите, не использовала. Внутри открываем, там еще красивее, вот какая красота, смотрите, просто вот великолепно смотрится это все. Я даже не выбирать это не хочу, расставаться с этим, золото, эти цветочки также, просто шик. Тянем за этот хлястик, и там... губка, и на ней написано Сульвасу, тоже очень красиво, губка очень тонкая, мелкая, я попыталась сравнить с губкой La Mer из кушона также, но там дырочки побольше, а здесь такие мелкие-мелкие, мне кажется, за счет этого нанесение более плотное и, наверное, все-таки лучше. Ну, я вообще люблю кушоны. Я не встречала плохих кушонов, честно скажу. Все кушоны, которые у меня есть, которые были, люблю. Вот этот мне напомнил... Давайте подпишу, не могу вспомнить. Ладно.
не буду пытаться. Тоже, по-моему, корейский бренд, да. Вот они чем-то похожи. Здесь зеркало тоже. Ну, могу сказать, что кушон я попробовала. Правда, другой губкой не хотела эту трогать, потому что мне нужно сфотографировать. Но нанесла сейчас. Это плотный кушон. В отличие от всех остальных, которые дают очень тонкое покрытие. Влажное здесь. Не влажное, но и не матовое. Такое, знаете, среднее. Я думаю, что оно должно понравиться всем. И любителям влажной кожи, и любителям сухой кожи. Вот среднее покрытие. Такое, как будто свое... собственное лицо не излишне не припудрено и не слишком блестит. Золотая середина. Ну, мне кажется, очень красиво смотрится, наверное, это видно. Я поверну камеру, попробую и так тоже снять и показать вам, как красиво все это сияет. Закрывает все проблемы, которые есть. Ну, не знаю, если есть какие-то серьезные проблемы, не знаю, но вот которые у меня, там какие-то покраснения, все это перекрывает. Очень симпатично смотрится. Я от кушона в восторге осталась. Ну, я и не думала, что он будет плохим. Я просто была уверена, что он будет хорошим. А потом, еще, знаете, хотела сравнить вам вот эти пафы. Так, корейские. Помните, я покупала корейские, но они были дешевыми. А это все-таки Сульвасу, это же люкс. И вот, это Япония, это Корея. Ну, я не говорю, конечно, что в Корее только такие, в Японии только такие, они разные. Но можно эти так сравнить. Тоже такие же мягкие, как и японские, только тоньше. Ну, и вид у них более такой законченный. Здесь как-то просто как будто обрезали все, а здесь такие края обработанные. Ну, приятно. Приятно будет пользоваться. Люблю я пафы, я так рада. Я свои как-то берегу даже. И хорошо, что... у меня теперь новые есть. А еще мне дали такой подарок. Маска Tomato. Давно еще когда-то, я даже не помню, тогда был у меня канал или нет, но я показывала эту маску в Инстаграме, по крайней мере, точно она есть. Это корейская тоже марка. Какая же это была марка? То не Моли? Или так и называлась Tomato? Не помню. Ну, в общем, помидорчик, помните такой? А вот сейчас здесь тоже нарисован помидор, томатная масочка, но она уже тканевая, наверное, так, да. Там тканевая прощупывается масочка. И вот посмотрим, нанесу ее на 20-30 минут, здесь написано. И расскажу вам, как мне эта маска. Очень радостный у нее вид такой, оранжевый, счастливый вид. Наверное, лицо будет таким же. Я так думаю, что он отбеливающий, потому что томат вроде как призван отбеливать. Так, ну это все то, что я вам хотела показать из сегодняшних покупок. Продолжу видео уже другим своим видео, которое сняла ранее. А здесь еще скажу вам про вот этот бальзам. Помните, я о нем говорила, и сейчас скажу вам, что от такого блеска для губ я вообще не знаю, настолько красивого. Несмотря на этот запах, я думала, я дам кому-нибудь, но из-за того, что такой красивый блеск дает на губах, сейчас я нанесу, и вы убедитесь. Вот. Так разглаживает губы красиво. Просто на этой помаде еще не очень заметно. А если я наносила такую матовую помаду Pat McGrath, она была темно-темно-розовая. Вот на ней очень красиво смотрелась. Просто вот эта матовая тонкая помада и сверху блеск. Да просто даже блеск без губной помады тоже очень красиво смотрится. Но так тоже. Если буду как-нибудь снимать видео, я вам покажу. Или, может быть, сюда даже вставочки сделаю, если накрашусь еще так. Ну, в общем, я передумала с ним расставаться. Напомню, это мультибалм от eCooking. А еще я вам хотела сказать про эту же марку eCooking. И у меня был пилинг для лица. Очень мне нравился пилинг, он тоже трехминутный, так же, как и La Prairie. И результат, знаете, у них был такой, одинаковый. В общем, она у меня была уже очень давно, скорее всего, она окислилась, я не знаю, что с ней произошло, просрочилась, а я ее нанесла, так как у меня много продуктов, я не могу пользоваться так, чтобы они заканчивались, остаются, вспомнила, увидела где-то там сзади на своей полочке, за другими продуктами стоял этот пилинг, я его взяла, нанесла, 3 минуты выдержала и стала смывать, смотрю, лицо покраснело, ну, как-то вот здесь, ну, я думаю, ну, вроде так бывает, но потом смотрю, чересчур как-то красное лицо, потом я, когда уже пришла из ванной, мне стало лицо все красным. Я так испугалась. Я пошла снова смывать, смыла холодной водой, с мылом, прям вот просто действительно с мылом, чтобы этот пилинг перестал работать. Я обзвонила, наверное, всех косметологов знакомых, никто не поднял трубку, и кроме одной. И я до этого, еще до того, как она подняла, уже нанесла крем La Mer, он такой жирненький же, нанесла его, вспомнила, что нужно наносить крем, но она мне сказала, что ничего страшного, что я должна купить Бипантен и что-нибудь выпить от аллергии. Посоветовала диазолин. В общем, я позвонила в такси, чтобы мне быстро домой доставили. Буквально за 10 минут доставили. Я вот намазалась этим всем, выпила диазолин, и уже через 2 часа лицо было в норме. Но мне было очень страшно. Так что хочу сказать, не пользуйтесь просроченными продуктами.
косметикой я пользуюсь спокойно, сухими тенями, там, чем угодно. Но вот такие вот вещи, как пилинги, какие-то сыворотки, именно вот работающие с кислотами, не нужно, не пользуйтесь. Если просрочились, выбрасывайте. Я сразу выбросила, помыла, думаю, нет, не нужно. Оставила только для пустых баночек, сняла и все выбросила. Потому что, ну, это было очень, очень страшно. Вот такое вам предупреждение тоже. Теперь смотрим продолжение этого видео. Решила снять видео именно вот так, не буду показывать себя, мне кажется, это интереснее. Только что снимала для сторис, теперь покажу и вам тоже так же. Итак, мои покупки из Ашхоли. Это вот эта кисть, вот такая упаковка. В общем, много всего. Это потом это и вот сама кисть. Итак, это кисть номер 13, синтетика. Я достала свою кисть, чтобы показать. Она, правда, немного загрязнилась, потому что я сегодня пользовалась тенями, не стала мыть, потому что она не будет такой, какая она есть, если, ну, мокрая когда. Итак, смотрите. Эта кисть у меня старая, то есть это коза, натуральный ворс, это синтетика, новый. Я думаю, что если вы имеете вот эту кисть, которая была раньше, обязательно купите эту. Просто это действительно счастье обладать ими двумя. На самом деле они нужны обе. Давайте посмотрим отличия какие. Кисть предыдущая коричневого цвета, вот этот корпус весь ее, он коричневый. Здесь больше похоже на черный, может быть тоже коричневый, но только очень-очень густой. А здесь явно видно, он, правда, не очень-то передает это телефон, но так, постарайтесь увидеть. Вот, пожалуй, так видно. Дальше, эта кисть более рыхлая, натуральная, и широкая. Эта кисть более стройная и упругая. Упругий ворс здесь, честно говоря, она гораздо мягче. Но вот, например, если вот такого цвета тени растушевывать, то эта кисть просто незаменима. Она на самом деле очень хорошо распределяет такие оттенки, нежно, ну и светлые все оттенки очень хорошо. Я очень люблю эту кисть, часто ею пользуюсь. А вот эта кисть будет, например, если вы все растушевали там на поверхности века, а потом еще как-то помельчить нужно, то уже буду использовать вот эту. Но я очень хотела обладать ими обеими, не то чтобы обладать, и пользоваться ими. Так что теперь я очень рада, что они у меня есть обе. Еще я купила одну кисть от N-Beauty. Я уже говорила неоднократно, что N-Beauty я очень люблю. Очень люблю эти кисти и всем советую их приобретать, потому что, ну, у меня есть фавориты у кистей. Это N-Beauty, это Real Techniques, Manly Pro и Tom Ford. Просто кисти я выделяю больше всех. Они, в принципе, все неплохие. У Ледовик кисти неплохие. Но почему-то вот так вот прям в душу запали мне именно эти марки. И ими пользуюсь я чаще всего. Смотрите, какая шикарная кисть, огромная. Я показывала вам, у меня есть такая, ну, где-то до середины. То есть я вот так смотрела на два пальчика, а это на три пальчика. Такая длинная кисть, она универсальная, многофункциональная. Это коза. Делаются эти кисти в Японии. Подходит она для румян, для хайлайтера, для корректора. Ну, в общем, на самом деле универсально. Я очень люблю эти кисти, даже для пудры. Я вообще заметила, что я не пользуюсь никакими широкими, большими кистями. Я люблю именно вот эти маленькие. Вообще мельчить — это мой конек. Так, знаете, каждое прорабатывать на лице, каждый сантиметр, наверное, вот так мне нравится. Очень-очень приятный дизайн. Вот, посмотрите, какая это красота. Потом, ну, упакована она совершенно просто, даже некрасиво. В этой прозрачной упаковке. Перейдем теперь к подаркам. Сегодня в Визаж Холли день рождения, в одном из визажей, и дали подарки нам. Кстати, на Tom Ford 25% скидка, а на N-Beauty никогда не бывает скидок, как и на Jo Malone и на La Prairie, ну, неважно. В общем, вот, смотрите, мне подарили такой подарочек, это Moschino духи. Я всегда даю их Мирославе, потому что, ну, мне кажется, они какие-то совсем детские. И, в принципе, я не очень-то люблю их. Потом, вот такой подарок. Первым, я не помню, кажется, 30 покупателям давали вот такие бьюти-боксы. Смотрите, какое наполнение. В общем, купила совсем ничего, и вот столько подарков. Вот очень мне интересно, я уже говорила, что я сама не куплю, но очень рада, когда мне дарят масс-маркет. Это L'Oréal. Я, наверное, попробую, конечно, и потом это уже будет подарок для моих подруг, может быть, сестер, посмотрим, кому подойдет этот тональный крем. Но мне интересно попробовать. 30 миллилитров, а какой-то оттенок, он бежевый. Наверное, подойдет мне. Я думаю, что должен подойти совершенное слияние, то есть подстраивается к цвету. Ну, тем более. Так, дальше. Herborion – это крем для глаз.
3 миллилитра, но это шикарно, надолго хватит. Потом праймер от MAC. Вот это мне тоже очень интересно попробовать. Посмотрим. Затем помада, похожая на Maybelline, как оказалось потом, это и есть Maybelline. Матовая помада 978, она очень темная. Сейчас я вам ее покажу. Вот, посмотрите. Ну, часто бывает в бьюти-боксах такие помады такого оттенка. Я так думаю, что они не ходовые. И они бывают в подарках очень часто. Потом вот эта помада Flavera. Посмотрите, какой интересный у нее дизайн. Вот так вот. Как будто эта помада, на самом деле, это помада с кисточкой. Я покажу вам сейчас свотч. Красивый, это как будто пыльная роза, но с вкраплениями золота. Такой золотой шиммер. Очень симпатично смотрится, и она становится такой теплой. Вообще пыльная роза — это холодный оттенок, но вот из-за того, что здесь есть добавление золота, она становится теплой. Вот так она выглядит, смотрите, это с кисточкой. Судя по упаковке, это недорогая помада, но тем не менее она очень симпатичная. Мне понравился цвет, мне кажется, он многим подойдет. Единственное, что немного липковат. И вот много всего от Herborian. Это крем для сияния. Вот, и еще Baby Drops. У меня вот это было. Сейчас уже нет, можно кому-нибудь отдам, может быть, сама буду пользоваться. В общем, это безумно приятно, когда вот так вот можно пойти и получить такой шикарный подарок. Можно даже пойти мне еще раз сейчас и получить еще один подарок. Наверняка там будет совсем другое наполнение. В общем, вот такие вот у меня покупки и подарки. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.